Всем привет на 16-й части 11 уровня Боши. Продолжаем изучать Солгрина мало-помалу, продвигаться в его распотрошение. И что-то у нас сегодня СК2 ТВ включит больше, чем обычно. Ну ладно, сейчас я надеюсь, все сработает. Ну, я про то, что что-то он не появляется в мой стрим в списке. Ну ладно, вроде пишут онлайн, значит должен сейчас появиться. Ну, неважно. Начнем. Сегодня вебки не будет, потому что что-то, не знаю, то ли не выспался, то ли что, у меня глаза как у Нарика что-то. Так что сегодня без вебки обойдусь. Привет, Оги Бастия. Тайминги пока не поймал. Надо вторую стадию как-то микрить по-нормальному уже. Что-то я не хотел падать из платформы. Да, что-то вообще развалилось у меня управление. Лиф, сразу было понятно. А, так это и есть тот экран выгибости. То есть я этот вол яблоки подводной не прошел. Привет, Тор. Вебки не будет, потому что я говорю, что-то у меня
сейчас вид у меня не самый презентабельный. Что-то говорю, ну, в глазах какие-то красные. Не знаю почему. Да все равно я не буду на этом стриме разбивать клавиатуры или что-нибудь подобное делать. И да, если стрим начался позже, это не значит, что он позже закончится. Так что, скорее всего, он будет не особо долгим. И, наверное, надо все-таки FPS убрать, да? Мы, в принципе, так видим, что он стабильный. Неплохо. Ну давай, Солгрин, третью стадию мне запилил. Да ну, нету. Блин, это было глупо, но она была легкая. Чё, очередная говночасть, да, это... Привет, Алексей, аж какую эмоцию выражает смайл альфа? Я просто не смотрел этот сериал, и я не в курсе, что это означает. Это положительный персонаж? Блин, не взорвался. Попозже прочитаю чат, когда сольюсь. Ну взрывайся давай. Ну наконец-то. Да как задело-то? О, господи, ну блин. А, просто меня называют Альф. А, чё? Альферов, наверное, съесть кошку, что? А, хочет. Главный герой был. А, ну типа Альферов, Альф, да, вот это. Ну блин, я понял. Что за лаг был? Да ладно, Тора, что ты, убери руку от лица. Это всего лишь ранняя попытка. Я дошел до третьей стадии, это уже хороший признак.
Дни... Подожди, как я бастие, тигров не едят. Или ты о чем, подожди? А я вначале думал, это Тор написал. Причем тут тигры разберятся на Новый год. Ну да. Ну смайла топора же нету. Кошкоедом? Прям как некоторые наши азиатские народы. Но я не знал этой подробности, я не смотрел сериал просто, поэтому я не понял прикола. Ой, ну как же он меня зажал-то. Думал, что размикрю. Каждый раз думаю, что размикрю и не размикриваю. Но, в принципе, выхода нет. Неплохо. Нормальненько так. Даже нуж. 70 мегабит. А, оптоволокно провели, ясненько. Тор тебе завидует. Замерз, а, Тор, ну поиграй в Мегамена. Осталось всего 72 смерти до результата Гоги-Бастье по убийству Солгрина. Но это я так просто отмечаю. Как я сказал, я не гонюсь теперь уже, потому что если я буду гнаться, то у меня будут еще больше хайлов. Просто, как бы, так, замечаю, ну, чтобы что-то хоть делать. А, Билайн к вам в Казахстан провода пустил?
Ой, неплохо так разошелся-то. Даже ну как же ну атаковали просто со всех сторон, запланили всегда. Да что же. Да я же знаю, что надо с краешку стоять, ну что же я делаю-то? Я стою не с края и задеваю об эту зеленую хрень. Стоял в краю и все, ничего не случилось. Ну точнее случилось, а внутри умер. Неплохо вообще, мог бы сейчас даже снести за раз, если бы еще последний направил в его сторону. Ой, как неудобно. Есть. Модем Wi-Fi бесплатно подарят, неплохо. Ну что же это, ну как, это же, ну... Чё я там перемикриваю-то, лол? Ну я же там вообще без проблем этот прыжок делал. Один раз только вначале слился, а потом не сливался. А сейчас стал сливаться. Хотя нет, вообще периодически вроде были там проблемы, да? Чё-то, блин, вроде бы не сложно нифига. Да, ж видел, да. Блин, я забыл, что второй прыжок уже потратил. Мало снес, ну ладно, выжил. В любом случае лучше, чем много снес, но сдох.
Возможно, на втором цикле больше повезет. Так, ну может на третьем цикле больше повезет. Что-то я мало снес даже на втором. Что-то я это зафейлил, ну блин, пока повезло. Нет, на третьем цикле не повезло. Самое мощное стримил, а мощное это что такое? А, в смысле графонистая? И не с Xbox, да? То есть именно с компа. Дай подумать. Да картофан, что-то занятия отменили, короче. Сказали, можете идти домой. Так, что самое графонистое стримил-то? Блин, не помню. А, ну наверное, Final Fantasy 10, ну учитывая, что эмулятор PlayStation 2. Ну как бы он же довольно тяжелый. Думал, перепрыгну. Ну, картофан, если что, его русский язык ему не родной. Так что ему простительно писать с ошибками. Картофан, не гори, все нормально. Не знаю, картофан, у меня тоже одно время такое было. То есть его сообщения принимали такой вид.
Ну, Алексей, тогда давай лезть в Google, там, в Википедию, куда хочешь. И смотри, там, вся, как пишется, ну, когда с мягким знаком, когда без. И все такое. Когда после С пишется И, а когда И, зациклюсь. И прочее. Как это ты достал, что букву Р выговариваешь? В каком смысле? А они что, не выговаривают все? Или как-то, я не понял вообще. О, да ну это пазл, не знаю. Девять, лол. Я думал, не она. Да не, зачем мне турбокнопка, картофан? Если это троллинг, то не прокатит. Ну, потому что я не вижу смысла мне использовать турбокнопку. У меня же не в спаме проблема-то. В смысле, так, а почему их это раздражает-то? Или что ты говоришь, достал? Наоборот, если ты выговариваешь, ну, букву, которую надо выговаривать, то что в этом плохого? Я понимаю, если бы ты там в слове солнце выговаривал букву L, да? Это могло бы еще раздражать. Или, ну и так далее. Или в слове лестница букву Т. Ну, как бы, что такого, что ты выговариваешь букву R, которую надо выговаривать. Эй, что это? Что-то еле заспамил. О, ну ясно. Да блин, ну что?
Надо говорить. Рома рак. Рома дурак. Тогда будет точно только дружба. И никто не будет жаловаться. Правда, когда зубы выбиты, то это тяжело выговаривать, наверное. Мало. Не добил. А, на третьем цикле должен добить. Ну, либо слив, либо добью. А, да как? Еще, блин. Что я вообще сделал сейчас? А сейчас? Что-то вы, господа, полысели. Ну, Картофан, а ну это чтобы зрители более лысые были. Социальная программа облысения зрителей. Рейтинг прямо нормальный. Там серебро. Какая разница? Вы приходили, что я был новичком? Там вот кто приходит обычно. Что я серебро? Вообще никакой разницы. Ну так и какая мне разница, какой там рейтинг стрима тогда? Зрителей больше как-то вообще не стало. Да не, нормально зрители, что ты гонишь. Довольно-таки даже много иногда бывает.
троллировать некого. Ну иди к топам, там есть кого потроллировать. Ну там всяким этим, ну ты понял, дно ли там. Ты тогда смотрел, Алексей, уже? Офигеть, это было... Это была моя четвертая игра на стрим. Ну я тебя там в чате что-то не помню в то время. По-моему, не было. Да, ну может я просто уже не помню, тогда-то было очень давно, и... Я не помню, кто там сидел. Я только помню, ну, что Тор и Снап, но это потому, что я их еще знал до того, как стримить начал. По-моему, Инферно тоже там сидел. Ну так про 3D и идет речь, Тор. Он же говорит на Dreamcast'е. А где-то два, они на Sega Genesis. Ух ты, что-то сейчас повезло просто. Не, я вообще о стримах узнал только в 2012 году. Ну, что вообще есть такое понятие, как стриминг игр из дома. Не буду я никому звонить. На моем стриме он не кэп. Как же достал эта вторая стадия уже. Надо что-то с ней делать. Да, Торыч научит пиратству, я знаю.
Да блин, офигеть. Отрывайся, тушенка, давай. Есть, последним снарядом. Да как он задел меня на платформе? Хадукин. Да я тоже через фабрику проходил, Алексей, что ты рассказываешь-то? В смысле, до какого первого сейва? А, в воде, все, понял. Ну да, Тор, там очень странная модерация была. То есть, например, меня первый мою запись, да, отшили по причине, что якобы игра немного громковато была, да? Хотя, в принципе, было все нормально. То есть, я вот сейчас вот уже после таких стримов я скажу, что, в принципе, было нормально, да? Ну, как бы, это было совершенно не критично. Меня было слышно, все слова четко. Но вот. Как бы, второй раз я сделал игру потише, да, и мне приняли. Ну вот, то есть, как бы, критерии очень такие странные, да, прямо скажем. То есть, как-то придираются, очень непонятно. Хотя иногда пропускают и пропускали и более какие-то, ну, примерно то же самое, скажем, тоже и звук был завышен, но принимали там. В общем, как-то очень странно, конечно, это все было. Не зря, что убрали эту фабрику. Ну, или хотя бы надо было, может быть, требования смягчить сильно, то есть, ну, как бы, не так дотошно, ну, а в целом, если, ну, как бы, в принципе, на стрим все видно, то и сойдет. Хотя, в принципе, я не вижу особых ухудшений, когда отменили фабрику. Ну, какие-то там, если на дне, может быть, есть стримы, где там совсем все ужасно, ну и чё, ну их никто просто не смотрит, вот и все. Ну, так большинство нормальные. Либо, если они не нормальные, кто к ним приходит и говорят: слушай, чувак, ну, настрой стрим по-нормальному. Он такой говорит: а, ну ок, а как это сделать? Ну, ему там объяснят, ну и все, после этого он нормально стримит. Правда, на ходу ничего настроить не умеет, ну блин, ну и что? В принципе-то обычно это и не требуется. Это у кругозора, что? Какого кругозора? По-моему, ты неправильное слово подобрал. Ладно, сойдет. И хватит уже сливаться на третьей фазе, на первой атаке. Блин, на третьей стадии, в смысле, на первой фазе. Ну, короче, вы поняли. На волне-то вертикальной, дурацкой. Чё-то я затупил. Надо было влево отойти. Я думал, я справа уйду и что-то. Ну, затупил, короче. Да? Ну фиг его знает.
Но большинство вроде прислушиваются. Вон, помнишь, тот стример, который Соника недавно проходил первого? Он что, вроде прислушался, то, что у него там было ни черта не видно. Маленькое окошечко слишком. Хотя недавно заходил, он стримил Mass Effect первый. И у него там то же самое. Бабах, нет? А, вот ведь гад, а. Лол, you died. Пожадничал, пожадничал. Это, Алексей, не кругозор, а предпочтение называется. Ни одно сообщение не прочитано. Ну. Бабах, если ты про место, которое находится в непосредственной близости от моего стула, то нет. Блин, ну затроллил, ребят. Все-таки в Боше, конечно, совсем по-другому играет, чем в другие Айваны из-за физики. Вот он падает всегда с одинаковой скоростью, а физика из Айвана Дизигай, блин, он там падает с бешеной скоростью. Ну, вначале с маленькой, потом увеличивается и, ну, какой. Совсем по-другому это чувствуется, и микрить намного тяжелее, когда ты в прыжке. А здесь, если бы не хитбоксы, то было бы вообще намного проще. Вообще, если бы не хитбоксы, Боша была бы довольно простой игрой, по-моему. Ну, кроме, может быть, вот этого босса, ну, там, может, Соника, там, ну, короче, нескольких мест там буквально. Хотя и то, даже этот босс бы не был бы настолько суровым, потому что вот эти бы шарики не имели бы такой разрушительной силы из-за своего хитбокса. Ну куда все забрались-то? Да как я не вымикрил? Это же вообще было...
самое простое. Да что это, ну? Да лол, ну хорош. Почему нету музыки в этом меню? Раньше же была вроде. Всегда. Походу сегодня никакого прогресса не будет. Да что ж я... Как я об это умираю, лол? Ну что за бред? Да, похоже, еще я очень долго не убил Салгрина. Слишком я редко прохожу вторую стадию.
Так как это? Так и запишем, по четвергам Солгрин не идет. Вообще не знал, как там вынести. Ну и что? Ты учитывая, что это одни и те же люди смотрят по тысяче раз. Так что дай бог там 2 миллиона реальных людей. Ну хорошо, 2 может есть, но там, ну 10 уже вряд ли. На виллу ты смеешься? Намного больше. Я думаю, что он мультимиллионером стал долларовым. Блин, не убился. Это неудобно, зажали меня. Ну неудобно зажали, блин. Да пусть идет стримить, что я тут делаю. И почему кэп? Пиши Фабинор. Ну что за кэп еще? Ну... Да не мне он это пишет, он в эту конференцию пишет. Надо отключить уведомления, да? Я что-то и забыл, что звук-то... Хорош там писать. Да блин, сколько можно писать, жесть вообще. Чатик устроили там. Блин, я не могу сейчас прерваться и отключить. Ну написал, что пошел стримить и все. Все, отключил уведомление. Thank you.
Да. Блин. Ну тебя не бомбит, но я верю. Чего у тебя должно бомбить-то вообще? Блин, зажмут сейчас, зажмут. Многие стали слишком часто писать, что там у кого-то бомбит. То есть любое там маломальское выражение эмоций сразу говорят, тебя бомбит. Ну это тупо. Нифига мне не бомбит. Даже если я там говорю, там, Асал Грин, там, ты достал меня, это еще не значит, что меня бомбит. Когда бомбит, я об этом говорю, да, мне это бомбит. Но вот сейчас меня не бомбит. О, Фабино пришел, сейчас я не вижу, что ты там написал. Но ты, я так понимаю, не смотришь, наверное, да, стрим, то есть ты только в чатике. Ты же не хочешь себя спойлерить? Гринчика. Хадукин, 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 Хадукин. А, Лаки. Ням-н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 ям. Я стрим не включил, ты же Салгрина тестишь, так что привет, не услышу. Но ты все равно днище, но ясненько. Да не научился я шары, ты просто попал на момент, когда я... Дошел до третьей стадии и забомбил. Да не, ну на самом деле просто повезло. Привет, пророк. Что-то я немножко не понял. Фабино говорит, ты же там Салгрина тестишь. Что значит тестишь? Разумеется, он по умолчанию уходит. Да как за дело, хитбоксище? С полэкрана просто. Учился, вот. Видишь? Помираю на них только так.
Ну, не самая провальная попытка. О, не самая провальная попытка-то, а? Вообще нормально. Ну да, это фейл, конечно, но все равно. До третьей фазы дошел, это в любом случае не самое. Короче, у меня 4500 смертей на Салгрине, только вдумайтесь. 4500 раз я умер на этом боссе. О, это прикольно, конечно. Вот. Ну, соответственно, на этом стрим заканчивается. Для меня этого было достаточно. Всем пока. Увидимся.